Приветствуем всех на сайте нашего сервиса. Из этого видеоурока вы узнаете, как интегрировать наше решение с конструктором Tilda. Для того, чтобы начать работать, нам, во-первых, понадобится почта, на которой мы будем регистрировать аккаунт в Tilda. Во-вторых, нам понадобится хостинг. Мы выбрали Bget с прикрепленными доменами. На домене также должен быть установлен SSL-сертификат. В Bget это делается довольно легко. Если у вас чего здесь нет, нажимаем кнопочку SSL и нажимаем «Заказать сертификат», и где-то через час сертификат будет прикреплен. Проверить корректность установки сертификата можно, перейдя на ваш домен, и здесь протокол должен быть HTTPS. И как мы видим, здесь должен быть такой замок. Безопасное подключение – это значит, что сертификат установлен корректно. Ну и, конечно же, вам понадобится доступ к нашему сервису. К нему и вернемся немного позже. Итак, давайте сделаем аккаунт на Tilda. Воспользуемся e-mail. Создать имя, почта, пароль. Зарегистрироваться. Капча. Подтверждаем. Назовем HideClickTest. Итак, мы внутри. Нам, во-первых, необходимо подтвердить наш e-mail. Ждем письмо. Письмо пришло. Подтверждаем. Также нам необходимо перейти на платный тариф. Можно его активировать бесплатно на 2 недели. Итак, подготовительные операции выполнены. Возвращаемся к нам в главную Tilda. Нажимаем «Создать новую страницу». Выбираем здесь какой-нибудь шаблон. Создаем. Ну и пока создается шаблон, давайте сгенерируем код, который мы будем интегрировать к нам на white page. Для этого давайте перейдем в наш конструктор. Отличие здесь, что download, теперь download.js. Мы будем пользоваться JavaScript версией. Offer page возьмем какой-нибудь рандомный интернет-магазин. Адрес скрипта. Это очень важный момент. Нужно указать путь, по которому будет лежать ваш скрипт. Давайте на примере возьмем домен Design Story и будем этот наш скрипт сгенерированный класть в корень. То есть путь будет следующим. Слэш. И давайте назовем файл скрипт. Script.php. Геофильтр поставим ru. И давайте кратко посмотрим те настройки, которые здесь присутствуют. Они немного отличаются от стандартной версии. Проброс UTM-меток здесь все стандартно. Метод добавления скрипта на white page. Есть вариант стандарт и encoded. В данный момент рассмотрим стандарт. И чуть позже я покажу вам, как encoded версию использовать. Black page. Может отображаться редиректом, это стандартный вариант, либо подгружаться в iframe. Также эти два варианта рассмотрим. По реферу резать трафик не будем. Функцию отложенного старта использовать также не будем. И режим паранойи с усиленной фильтрацией нам не пригодится. Генерируем наш файл. Файл называется index7. Давайте вернемся в наш Bget и загрузим этот файл к нам на хостинг. Index7. Открыть, загрузить, закрыть. И как мы помним, здесь мы указали его как скрипт PHP. Поэтому нам необходимо его переименовать. Давайте его переименуем. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь стандартные поля, которые мы вводили в конструкторе. И давайте посмотрим, как у нас будет отображаться в браузере. И как мы видим, здесь
Offer page ок. Фильтрация по гео включена. Статистику к ним вернемся чуть позже. И самый важный момент. Этот код необходимо добавить на наш white page. То есть в наш шаблон тильды. Давайте его скопируем. Добавлять его необходимо после тега head. После того, как мы его скопировали, переходим к нам в тильду. Нажимаем редактировать сайт. Настройка. Дополнительно. Идем вниз. Редактирование кода. Эта функция может быть у вас недоступна, если вы не подтвердили вашу почту и не перешли на триальный тариф. У нас все ок, поэтому вставляем сюда наш код. Важно, чтобы он начинался с тега скрипт и заканчивался также тегом скрипт. Нажимаем сохранить и переходим в главную тильды. Нажимаем наш сайт, публикация. Открываем страницу. Как мы видим, наш white отлично грузится. Теперь давайте уже включим наш скрипт в боевой режим. Выключаем режим настройки, сохраняем. И давайте обновим страничку. Как мы видим, нас перенаправляет на наш offer page. Все работает корректно. Вот, в общем-то, и вся интеграция, то есть все достаточно просто. Теперь давайте поговорим немножко о другом методе отображения блэка и о другом методе интеграции white. По поводу блэка. В данный момент у нас стоит режим редиректа. Давайте поменяем его на режим iframe. Меняем, нажимаем сохранить. Теперь перейдем к нам. Снова на offer page. И как мы видим, URL страницы не меняется, а сайт погружается во фрейме. Справа и слева возникли небольшие поля. Это как раз наш фрейм. Но в остальном все работает отлично. Все кликается. И, в общем, сайт полностью функционирует. Давайте теперь поговорим о варианте интеграции white. В данный момент у нас стоял стандартный вариант. Давайте попробуем encoded. Очень важно эту функцию менять непосредственно через конструктор. Ее нельзя просто взять и поменять в файле настроек. Это будет некорректно и работать такой вариант не будет. Сгенерировали новый скрипт, индекс 8. Вернемся к нам на Beget, удалим текущий файл и загрузим наш новый индекс уже с encoded. Индекс 8, открыть, загрузка, закрыть. Индекс 8 давайте переименуем. Script.php. Окей. Давайте посмотрим, что у нас отображается в скрипте. Как мы видим, здесь у нас все так же, но код для интеграции изменился. Скопируем новый код. Вернемся в наш конструктор тильды. Возьмем, удалим текущее и вставим сюда вновь сгенерированный код. Также важно, чтобы он начинался со скрипт и заканчивался также скрипт. Нажимаем сохранить. После этого в тильде снова нажимаем публикацию. Открываем. Загружается наш white page, так как у нас включен режим настройки. Мы проверяем, что все ок. И теперь давайте отключать режим настройки. Сохраняем. Обновляем. И снова видим наш black page, наш offer. Все отлично работает. Надеюсь, данный видеоурок был для вас полезен. JavaScript-версия обладает дополнительным функционалом фильтрации. Удачных вам запусков. Будем на связи. До свидания.